69 детских лагерей готовят к лету. Принять смогут 10 тысяч человек, больше половины в Снежной долине. Северный Артек – один из самых популярных. Заезд первой смены 9 июня. К открытию из Москвы везут веревочный парк, который дополнит зоны отдыха в сквере. Мы эту идею давно уже продвигали в жизнь, потому что первая идея – это была скалодром. Потом от скалодрома мы немножко отказались, потому что это особое снаряжение и так далее. И довольно-таки затратно для нашей территории. Проверки не готов пока детский лагерь «Снежный». Косметический ремонт не завершен. Летом здесь отдохнут 800 детей. Каждый получит паспорт и станет жителем Академии будущего, в которой научат самым разным профессиям. Военное дело, экономическое дело, это банковская, экономическая, финансовая грамотность, это журналистика и все, что связано с профориентированием, то, что на сегодня актуально в нашем регионе. 300 колымских детей смогут отдохнуть в Крыму, Краснодаре, во Владивостоке. На оздоровительную кампанию в этом году бюджеты всех уровней направили более 200 миллионов рублей. Через неделю экспертная группа поставит заключение, готовы ли в лагерях принять детей или нет.